Hello，Біль та навик у ногах знизи своїми зсередини спливами. Давай, покажи. Hello. Спокійної ночі. Эфир. Ок. Пока. Я вообще, блядь, Алина, я потом тебя допрошу, потому что я ничего не понимаю, что вы тут общаетесь. Ну так, в общих чертах. Я да, я это поняла. Ага. Ну, блин, этих людей же надо еще найти. Кто такая Леся, блядь? Я не понимаю, о чем ты. Hello.
О, Господи, много информации, блядь. Стеф. Hello. You here? So, where are my photos, Steph? Thank you. Hello. Я тут развожу, подожди. Собираю компромат на людей. Бля. Могу, блядь. But which time in your region now? Oh my God, so early. Oh, I understand. So what? Steph. Кто такая Леся? Мне кто-то может объяснить? I will think about this. Подружкой, подушкой. Дружба втроем. Где мой пульт? Что ты можешь? Борщи, блядь. Я просто готовлюсь к своей каторге, это пиздец.
Что, слушай, уже не хочешь? Закажи пюрешку. Че, классная тема. А, блядь, нет, какой-то зиверт. Ужас, не люблю это. О, вырубите, вырубите, пожалуйста, быстрее. Песня какая-то другая, любая, бля. Ну нахуй, фу. Че, не знаю, какую-то зиверт слушать. Слушай, ты следи за словами, потому что сейчас, блядь, ну, думай немножко, если есть чем. Hello. Thank you for your share. Thank you. What's happened, guys? I want to know. Алина, что происходит? А что он тут делает? Ты его выгнал отсюда? Ой, бля. Steph, about who you? Шарайовица, бля. Тебе шукаю, Аліна. For job. Чувствую, после этого он тебе Majestic Castle подарит, чтобы ты не обижалась. Ты еще такая пишешь, типа, ты меня ищешь, он такой пишет, нет. Бля. Просто мой смех это гониво какое-то. Давай устроим скандал. Помнишь этот типест? Да ладно, на самом деле он же не подарил ничего, чё ему мозги ебать лишний раз. Мама. Не знаю, блядь. Хочет по эфирам полазить. Живой человек же. Ой. Он же подписан только на тебя все равно. А он вообще ни на кого не подписан. Понятно.
В смысле, рандом. Ну вот. Ну, типа, в любом случае, ну пусть лазит, что. Хотя, слушай, это хорошая манипуляция, если ты на него наедешь. Реально, может, он что-то подарит тебе хорошее. Ну тогда, конечно. Ну, во-первых, потому что это ж... Не, ну просто я понимаю, еще быть ревнивой, типа, к человеку, с которым у тебя отношения. Ну а так это вообще, типа, по факту, ну, типа, ничем не обязывающий самостоятельный человек. Типа, он ничего никому не должен. И, типа, ну, как бы, не знаю. Я в таких ситуациях пытаюсь головой думать. Hello. Боже, блядь, последние мои минуты без отца. Я плакать буду. Hello. Вот нахуя я вышла? Вот ты мне объяснишь этот момент? Вот я час сижу. Вот что оно мне нахуй дало? Hello. Алин, ты тут? Стеф, are you here? Стеф. А, ты тут. Тюша, ты молчишь. А, понял. Почему мне не отображают, что ты у меня? Да, мне не отображают, что ты у меня. Что за... А, отображает, я слепая, все хорошо. Моего пузика. Твой дел. Ну не он же ей дарил. Но она, конечно, да, она, блядь, надо будет писаться от нее.
Может, тут такой клип, это пиздец. Hello. 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 Алин, ты тут? Короче, я не знаю, меня паранойят, что, типа, скоро он уже подъезжает, потому что его, типа, наш сосед на машине забирает. Я прислушиваюсь, я уже, блядь, ощущаю эти ощущения, знаешь, типа, как машина сейчас подъедет, я, блядь, у меня сейчас истерика будет, я тебе серьезно говорю. Мне еще такой этот сосед, типа, спрашивает, ну что ты, типа, там соскучилась? Типа, ты соскучилась? Я говорю, нет. Он такой, я передам твою эмоцию. Я говорю, он знает. Блядь. Сука, может, блядь, куда-то съебаться по-тихому. Я не знаю. Блядь, надо будет... У нас аптека открылась, я, наверное, пойду валерьянки себе куплю, что ли, блядь. Реально. Да я понимаю, что у себя в комнате, ну, блядь, я так привыкла, знаешь, тут именно быть. Я, наверное, буду добазариваться, чтобы он просто, типа, пораньше уходил к себе туда в комнату, и я тут, типа, была, потому что я не могу там спать, там, блядь, шумят эти соседи, ну, типа, там неудобно вообще, не знаю, короче. Типа, понимаешь, все было круто, когда он спал вот тут вот. Он, типа, ну, типа, где-то 1,5 года он спал вот тут вот, и все было зашибись, типа, весь второй этаж в моем распоряжении. А тут, блядь, ты шо? Я захотела спать там. Я думаю, пиздец. Hello. How are you? Аннет. В смысле, почему не хочу? Хочу. В смысле, чё, занимаюсь? Типа, я и буду. Просто, ты знаешь, это, ну, я тебе объясняла, то, что это будет, типа, постоянно, пока я буду сидеть у себя. Там, а что ты делаешь? А можешь спуститься? А помоги? А скажи? Ну, такое. Аннет, where are you from? Thank you.
Короче. А что лучше, покупать валерьянку в таблетках или в каплях? Блять, я серьезно, я пойду покупать ее. Наверное, в каплях будет пожестче, да? Лин, в каплях будет получше, думаешь? Ну, посильнее так мне надо, чтобы было. А что тебе помогает? Какие успокоительные мне могут продать без рецепта? Которое именно курсом надо пить. Серьезно? Не, ну я знаю, что валерьянка действует, она ее комплексом, ее нужно пить каждый день на протяжении месяца. Ай. Thank you for your share. Легче уже просто травяное употреблять. Не, ну они, наверное, что-то делают. Они ж не могут, блядь, быть пустышками просто. А говоришь, что это я вечно недовольная. Не знаю, может, грибы какие-то купить? Ну, типа, которые завариваешь, поняла, китайские. Себя уносит просто. Yes, I speak English. Блять. Не знаю, просто. Не знаешь? Не, ну я думаю, там типа реально чаи там как бы есть такие специальные. Ну да, но они такие гадкие, эти все, вот эти то, что пить. Они, блядь, настаиваются. Вообще не разбираюсь в этом. Hello. В принципе, все типа чаи должны успокаивать так-то. Ну, по идее. Как я раньше могла слушать Maroon 5, когда мне было 12? Я не понимаю. Я пью много чая, но хотя вот за последнее время начала меньше намного пить. Я просто воды много пью. О, карвах! Мне его продадут без рецепта? И его курсом можно пить или как? Курсом, да? А он в капельках или в таблетках? Бля, ну у меня сердце никогда не бьется сильно, у меня просто я злая. А, я поняла. Что там твой дрель читался уже тебе? Что говорит? Что пишет? Рассказывай, мне интересно, блядь.
Hello. Так а что он тебе сказал в итоге? Hello. А, я думала, тю. Я думала, що ти йому ж написала. Мені подруга, короче, пише, которая в Іспанію уехала. Она в каком-то, блядь, галимом городе, называется она Т. Травироджа какая-то, блядь, ну что-то такое. И она говорит, блядь, тут нет адекватных мужиков, надо срочно работу искать и деньги. Господи, ору. Hello. Вот так вот, понимаешь, блядь, вот так это бывает. Слушай, может, если я начну снимать АСМР, то мне больше начнут дарить. Знаешь, типа. Где? Не у меня. Тоже это получается обезьяна на пиздел. Помнишь, типа, когда я с ним общалась, он мне сказал о том, что типа ко мне вот второй раз в этом месяце залетел панда на 5 штук, только потому что Hello, Джастин. Только потому что скажи, пожалуйста. Залетел ко мне только потому, что типа манки типа сидел со мной и там закинул свои 5 брюликов. Вот. Но по этой логике тогда к тебе панда должен был постоянно прилетать, но он не прилетал. Блять, я в ахуе. В этом месяце он ей подарил на той блонде 80к. Ну, пиздец. Обидно очень. Где? Что? Покажи, какие. Блять, я не могу посмотреть. А, я могу. А где? В каком? В каком? Напиши мне, в каком отсеке. Luxury Watch. Coin Drop. А, типа это казино, Тоша? Розовый Бентли Вегас, блядь, где? Почему ничего не вижу, блядь? Где розовая Бентли? Там есть Рейнбоу. Hello. How are you? You drive now? Yes, it's rainbow. What's your name? Don't you dare touch that dial, because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you are completely out I of understand. time. Much more grace of that What's your as name? you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and... It's secret? Okay. So tell me where you're from, if it's not secret.
You speak Russian? USA, nice to meet you. How long are you in the SEP? You understand Russian? Okay. How long are you in the SEP? Oh my god. So, oh my god, what's your nationality? If you know Ukrainian and Russian. It's secret? Okay. How old are you? Hello. Какие красивые подарки, да, согласна. Но я хочу ангелочку, я очень хочу того ангелочку, я хочу демона. Hello, Ирина. Все ты разумеешь. Hello. So, how old are you? Tell me. Why? I want to know you. Because I want it. I don't know. Я любопытная. Ох, ок. О май гад, Коко, it's dangerous. Пап? Дэдди? You want to be my daddy? Детка, ага. So tell me about you something interesting. I don't know in which language speak with you, but. Я добре, якою мовою з тобою розмовляти? Розповіси про себе щось цікаве. English? Okay, tell me about you something interesting. Чого розболілась? Випі таблетку. Something interesting, yeah. Maybe about your hobbies.
Oh my God, it's a problem. I like girls. It's good.